Эссе. А что-то эссе 39200 Sensation, и будем менять гнездо зарядки. Там оно сломано, развалено. Снимаем крышку, батарейку, разбираем телефон. Будьте внимательны, болты разной длины у нас, старайтесь их не путать, раскладывайте, чтобы потом вкручивать свои места. Снимаем заднюю панель. Вот наше гнездо, которое мы будем менять. Соединяем кабельный разъем. Разъем шлейфа. 10 еще. Один болтик, который держит плату. Основной шлейф. Отстегиваем. Вот он, наш разъем. Друзья, если у вас нет такого оригинального, покажу поближе, то можно использовать стандартный разъем, который мы используем. Вот. Он идет на многие виды, типа телефонов. Выпрямляем ножки посадочные. Вот они у нас загнутые. То есть, по сути, тот же разъем, но с другими ножками. Давайте укоротим его. Если у вас есть оригинальный, то, конечно, воспользуйтесь им. Если нет, то ничего страшного. На качество это никак не влияет. Стоит, работает прекрасно. Ставим в держак. Греем. Я ставлю температуру порядка 400 градусов. Разогреваем. Значит, добавим флюс.
сняли. Снимаем держак. Ну и далее ничего сложного нету. Берем паяльник, выставляем. Выставляем по вот этим вот контактам. Здесь у нас 5 контактов основных. Выставили. Добавьте флюс, потому что быстро сгорает. Прихватили. Припой. Прихватили ножки. Как видите, ничего сложного нет. Достаточно иметь паяльник, флюс, припой, и все это можно сделать дома. Не обязательно нести в сервис. Можно попробовать иголкой качество припоя. Можно под микроскопом. Еще удобнее. В принципе, все. Собирать. Застегиваем основной шлейф. Далее шлейф экрана. Антенны кабеля. Болтик, который крепит плату. Надеваем панель. Давайте сразу проверим. Лампочка загорелась, вот видите, красная. То есть зарядка пошла. Собираем телефон.
Не путайте болты. Они двух видов тут сверху. Ну и, в принципе, на этом все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь.